выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Владелец этого имени имеет активную харизматичную вибрацию и воспринимается как необычайно спонтанный, излучающий радость и жажду жизни. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Звук «К» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Представители этого имени любят жизнь и хотят наслаждаться ею. Они мечтают о богатстве и роскоши, желая избавиться от любых забот и печалей. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Человеку с буквы «К» по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Носители этого имени, родившиеся под числом 3, гармонируют с теми, кто родился под их собственным числом. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.